Донор значит дарить. Сегодня во Дворце спорта «Видное» собрались те, кто готов подарить свою кровь другим. Кому? Об этом они не задумываются, знают, эта помощь необходима. Сергей Гонковский не ради корочки почетного донора раз за разом участвует в подобных акциях. Вспоминает, впервые задумался о донорстве, когда родителям понадобилась кровь. Подумал, почему так происходит? Люди же пришли, помогли, и долги отдаю. Вот, стараюсь, когда возможность есть, звоняться, прихожу, сдаю. Ну и, соответственно, полно ребят, которые сейчас за нас кровь проливают, и мы им должны и обязаны, и гражданских лиц, которые в этом нуждаются. Поэтому, если, дай бог, это кому-то поможет, с большим удовольствием мы это делаем. Желающих сдать кровь оказалось значительно больше, чем планировалось. Многие записались заранее, но есть и те, кто совершенно случайно узнал о донорском дне и пришел впервые. Вообще первый раз здесь, просто интересно. Ну и, может быть, кому-то пригожусь. Тем более отпуск у меня, решила вот сдать кровь, да, чтобы помочь. В прошлом году я сдала кровь 4 раза, в этом году это первая моя сдача. И надо сказать, что с каждым разом желающих принять участие в сдаче донорской крови становится все больше. Я, к примеру, сама привела сюда своих 2 друзей, которые теперь каждый раз приходят сдавать кровь. Нынешняя акция приурочена к Дню борьбы с туберкулезом. Каждому сдавшему свои 450 граммов подарки от Красного Креста и детские рисунки с изображением ромашки – символа этого дня. Люди сдают кровь вообще по зову сердца. Это такой вот дар, частичку себя, чтобы помочь людям. Вот только вот никаких корыстных целей. И мы очень благодарны тем людям, которые дарят людям здоровье. Записался на День донора у нас 75 человек. Ну, люди подходят, надеемся, что сдадим по полной. Сегодня в банк областного центра крови отправится порядка 34 литров того, что не выработать никакими технологиями, не купить в магазине. Донорской крови, способной спасти жизни и здоровье десятков людей. А отныне каждый донор будет зарегистрирован на госуслугах, где сможет отслеживать всю информацию, в том числе и анонсирование очередных дней сдачи крови. Татьяна Брылова, Юлия Антонова, Гульнара Балаева, Кирилл Иванов, Видное ТВ.